О мерах поддержки малого и среднего бизнеса в Приморье рассказали предпринимателям Уссурийска во время выездного совещания, посвященного развитию экономики региона. В нем приняли участие представители Министерства экономического развития, микрокредитной компании «Фонд развития Приморского края», Инвестиционного агентства Приморского края, Центра «Мой бизнес» и Регионального центра компетенций в области производительности труда. Только положительные впечатления. Приятно видеть, что завод работает. Это действительно градообразующее предприятие Уссурийска. Насколько я знаю, 40% всех ремонтных работ, которые производятся на территории России, связанные с ремонтом локомотива, производятся именно здесь. И услышал о том, что есть небольшие проблемы с кадрами. Сейчас будем разбираться, подключать наше министерство, профобразование. Но приятно, что такие предприятия у нас на территории края есть, они развиваются, мы со своей стороны стараемся также помогать. Участники выездного совещания посетили фармацевтическое производство «Истфарм», предприятие рыбопереработки «Рыбомиров» и уссурийский локомотиворемонтный завод. Также участники встретились с представителями малого и среднего бизнеса. Им рассказали о созданных в городе инвестиционных площадках, льготных займах и поддержке стартапов. Уссурийские предприниматели смогли задать интересующие вопросы и получить индивидуальную консультацию специалистов. Анна Дьякова, новости на Восьмом.